Они вот уже ровно 80 лет озаряют светом башни Московского Кремля. В ноябре 1937-го в столице зажглись рубиновые звезды. Кто создавал эскизы одного из главных символов страны, из чего были сделаны первые звезды и как работает система подсветки, об этом Владимир Стариков. Пять красных наконечников с корпусом из нержавеющей стали горят на пяти кремлевских башнях. Все разные по размеру. Та, что на Водовзводной, к примеру, на четверть меньше, чем на Спасской. Но это продуманный ход. Снизу, с любой точки, звезды над Кремлем равны. Секрет сочного красного цвета, который кремлевские звезды не меняют в любую погоду, в специальном рубиновом стекле, из которого они сделаны. Кроме того, подсветка внутри них регулируется, и днем она куда мощнее, чем ночью, чтобы звезды всегда сохраняли примерно одну и ту же яркость и оттенок. Звезды над Кремлем появились после Октябрьской революции. Они заменили имперских двуглавых орлов, украшавших башни. Сначала предлагали установить гербы СССР, но потом выбрали звезды. Первые экспериментальные водрузили еще в 1935-м. В центре каждой был серп и молот, украшенный уральскими самоцветами. Но конструкции не выдержали двух зимовок. Камни потускнели, да и звезды оказались слишком большими. В феврале 1937-го их решили заменить на новые, светящиеся. Конечно, работа была самоотверженная. Нужно было в полгода не только спроектировать, но и сделать всю конструкцию на опытной площадке Сеидмаша. Там же, кстати, параллельно делалась и статуя рабочей колхозницы для Всемирной выставки 1937 года. Фабриками звезд стали больше 20 металлургических предприятий страны. Дизайн создал Федор Федоровский, автор знаменитого золотого занавеса Большого театра. Подсветку решили делать не с земли, а в строе внутри каркаса. Видите, какое количество нитей накаливания. Это специально сделано, то есть, условно говоря, перегорает одна из нитей накаливания, идет переключение на следующую, которая резервная, то есть звезда не гаснет. Система была надежной. Гасили звезды только в случае крайней необходимости. Во время войны, чтобы не становиться маяком для бомбардировщиков, их закрывали чехлами. Звездные каркасы перенесли даже артобстрелы. Птицы на звездах не сидят, там предусмотрена, конструктивно предусмотрена система защиты от птиц. Если она врезается, ну, в звезде ничего не будет. Хотя, конечно, бывали случаи повреждений звезд, в частности, в звезду, ну, периодически молнии попадают. На случай ремонта в запасниках Кремля еще с 40-х годов остается то самое рубиновое стекло. Всего звезды пережили три крупных реконструкции. Во время последней, 2 года назад, заменили лампы. Старые накаляли конструкции до 100 градусов, поставили новые, галогеновые. После работы реставраторов мы заменили данную конструкцию, сделали 4 лампы, то есть, соответственно, надежность увеличилась в 2 раза. Но при этом энергопотребление звезды упало в 4 раза. В масштабах Вселенной юбилей кремлевских звезд довольно скромный. Их сестры в космосе горят миллиардами лет. Но судя по тому, что уже выдержали красные наконечники, сиять они должны еще не один век. Владимир Стариков, Марина Громова и Виталий Дуплич. Вести.